Южноуральская школьница прошла кастинг на шоу «Голос», но участвовать в нем не будет. Ангелина Титова стала одной из 200 человек, которые прошли кастинг. Но перед тем, как участвовать в известной музыкальной передаче, девочка решила окончить 11 класс. Шелка с окна побывку домой, шел он лесом дорогой прямой. Девушка исполнила на кастинге две песни – «Ночь, звезды и джаз» и «Рождественскую колядку». Благодаря этим композициям Ангелина прошла кастинг. Говорит, любит исполнять именно народные песни. Мне нравится, потому что, во-первых, это наши такие истоки, это наши, вот, связь с нашими предками. И народные песни – это действительно такие очень... Это очень важная вещь в нашей жизни, на мой взгляд. И я себя, конечно, комфортно чувствую именно в этом стиле. Кастинг девушка прошла, однако в новом сезоне зрители ее не увидят. Ангелине дали время окончить школу, чтобы она спокойно могла участвовать в главном музыкальном конкурсе страны. На пробах продюсер Первого канала заявил, Ангелину возьмут в следующий сезон досрочно, без кастинга, сразу на слепое прослушивание.